воспринималось Пепеляеву на льду, но вот так по телекартинке воспринималось так. Досталось Пепеляеву второй раз в матче. Первый раз в первом периоде, когда в него довольно мощный момент въехал, Пепеляев был уже фактически в полулёте. Вот второй раз. Сейчас, о, Макаров Пепеляеву хочет добавить. Но он же не был в сомнении, да. Сейчас изначально поднял судья после того, как Пепеляев пытался сыграть и сыграл в итоге в Макарова, который под себя Пепеляева убирал. И судья, как говорится, зажег руку. И интересно, кому он даст 2 минуты. Одному или второму. Но то, что было то, что Макаров спрятан, теперь получит 2, наверное, неизбежно, с учетом того, что пару ударов не прошло. Ну, не знаю, там, насколько, но его до конца удаляет. И поэтому тут драка была совершенно. Макаров, который не так много выходит и в плов, и в чехол. Номер 7. Надо хорошо знать, как вы видите себя Макарова. Да, вот как раз сейчас мы видим. Повтор, с чего начиналось, там еще у Мамина была своя история. А, против Мамина, да, Пепеляев так сыграл, а Макаров уже потом, видимо, предыдущий силовой прием, который был еще в средней зоне, он остался, оставил осадок.